Дорогие друзья, наша жизнь – череда потерь и лишений. В каждый ее период, приобретая что-то новое, мы теряем старое. Никому из нас не суждено избежать как приближения конца собственной жизни, так и смерти тех, кто окружает нас. Вот и на этот раз большая потеря. На 77-м году ушел из жизни советский и российский писатель, литературный критик, публицист, издатель, журналист, первый советский частный издатель Юрий Кувалдин. 25 сентября 2023 года сын обнаружил его дома мертвым. Юрий Кувалдин родился 19 ноября 1946 года в Москве. В начале 1960-х годов занимался в театральной студии при Московском экспериментальном театре. Печатался в журналах «Новая Россия», «Время и мы», «Грани», «Юность», «Знамя», «Континент», «Новый мир». Выступал со статьями, репортажами и интервью в газетах «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Ленинское знамя», «Литературная Россия», «Московская правда», основатель и главный редактор собственного журнала «Наша улица». Первый в СССР частный издатель, им издано более 100 книг общим тиражом более 15 миллионов экземпляров.